Це дуже гарний і приємний якийсь сюрприз. Я думаю, що Святий Миколай мені передасть його через чоловіка. Чесно, хотілося б з такого глобального миру на нашій батьківщині. А для особистого, головне, щоб це було з любов'ю, щоб дружина була поруч. Ну, на Святого Миколая я перш за все чекаю здоров'я для своїх діток і для Сиби. Ну, а по-друге, шубку б хотілося під подушку, шубку. Ну, від Святого Миколая. Квартиру. Мой муж любимый дарит мне постоянно конфеты, фрукты. В принципе, это самый лучший подарок. Ой, я бы хотела получить, наверное, доброту для всех, потому что в нашем мире столько зла, столько негатива. Очень приятно и очень хорошо, когда люди улыбаются, смотрят друг другу, настроение поднимают. Новую машину от мужа. Наверное, конфеты. Много конфет. И мандаринку, да? Много пряников. Ну, пряники нет, я конфеты. Ну, я по пряникам. Да? Да. Сладости. Сладости. Путешествие. Ведь супруга. Золото. Почему бы и нет? Хотелось бы, конечно, чтобы это была, возможно, какая-то путевка хотя бы в Карпаты на уикенд, к примеру. Либо же это такое, как девичья радость, это сумочки, платья, то есть такого плана. Ну, я б хотіла отримати гарного чоловіка. Насправді, я хочу собі котика. Хочу, щоб війна закінчилась у нас. Лучший подарок для всіх буде. Долар по 6 гривень.